Всем привет, дорогие зрители! Нашел няшку-конфетку в районе Тосмор, в самом известном улице речки Димчай. Шагов доступности до моря, до речки, до меня, там я живу в той стороне. 2+1, двухуровневая квартира, по очень хорошей цене, под ключ. Сразу звоните, даже не смотрите ролик. +90 555 064 91 10. Цену не буду говорить, скажу, как захочу, скажу. Итак, тут вся инфраструктура для жизни. Сеть магазинов ШОК, БИМ, рестораны. Там у нас пекарня. В той стороне подземный проход на песчаный пляж района Тосмор. Вот. Здесь снизу у нас хамам, сауна. Одна из хороших саун, хамамов в районе Тосмор. Тоже там 250 лир в час. Отсюда вид на горы, там речка Дим, вы видите, кафешка там есть прямо, беседка на речке, утки, гуси, га-га-га, есть хотите, да-да-да, там ква-ква, все есть. Балкон, то есть терраса, мансард, так, все, вы видите, застеклите, будет еще одна комната. Смотрите, смотрите, какая няшка хорошая, квартирка такая сладкая. Закрыли двери, чтобы увидели шума, услышали шума нету. Высота потолков хорошая, 3 метра. Спальня большая, большая. Так, вот какой нежный, морожный. Под ключ. Ламинат во всей квартире. О! Люстра очень хорошая. 2 цвета там. Один белый, один желтый. Можете поменять. Хороший шкаф. Вот. Свет где? Давай. Вот, вот. Видите, стал белый. Стал желтый. Так. Спальня здесь как минимум 18-20 квадратных метров. Большая. Идемте дальше. Здесь у нас большой санузел. Beko A3 Plus. Стиральная машинка. Душевая кабинка тоже большая. Есть форточка. Отличная квартира. Место расположения просто шикардос. И море хорошее, и речка рядом, и инфраструктура рядом, и комнаты большие. Ну, и цена хорошая, цену я еще раз говорю, не скажу. Люстра. Здесь тоже где-то у нас 16-17 квадратных метров. Большая. Сторона здесь юго-восточная и западная. Эта спальня смотрит на запад. Вот отсюда даже крепость Алания видно. Так, спускаюсь вниз. Здесь свет включим. Ага, лампочка. Прихожая второго этажа. Один санузел наверху, один санузел внизу. Спускаясь вниз, эту сторону я вам показал. Сюда можете даже сделать шкафчик. Мраморные лесенки у нас. Так, здесь ламинат. Бассейна у здания нету, зданию 7 лет. Есть только лифт. Здесь санузел без душевой кабинки. Вот, также вытяжка. Отдельная кухня, дорогие зрители, большая отдельная кухня. Она сразу уйдет. Кто первый позвонит, тот ее получит. Холодильник Beko. Пикачу. Есть, видишь, уже звонят Пикачу. Люстра тоже 2 цвета. Видите, белый. Хрустальный, хороший. Ой, какая красота. Гостиная большая. Жилая площадь у этой квартиры нетто с балконами вместе 105-110 квадратных метров. Чистая. От стены до стены. Мебель тоже качественная. Телевизор нужно поменять. Vestel старенький.
кондиционер LG Beko тоже старенький, но можно на инвертор. И второй балкон. Сеть маркет, там стройматериалы магазин, фруктово-овощной магазин. Я вот там проживаю. Речка там, все там. Люди здесь и интернациональные, в основном европейцы проживают, и местные турки. Также русскоговорящие народы. Потихоньку этот район становится самым известным районом Алании, так как я ее разрекламировал. Нет, что есть, то есть. Я сам долго искал, где я буду жить. Тосмор, вот именно речка Дим, и та сторона Кестеля, вот речки Дим, и эта сторона. Это самый эпицентр, близко к Махмутлару, близко к Карджаку, близко к центру города, близко в горы, в торговый центр Аланию, метро, Мигрос, в шаговой доступности Мигрос у нас впереди, где-то 600 метров впереди. В четверг здесь базар устанавливается около ММ Мигроса наверху. Пляж шикарный. Я бы сейчас вышел, показал бы пляж, но времени нету. Сейчас покажу вам фасад здания, не закрываем ролик. Цена квартиры 112 500 евро. Есть малюсенький торг. Я торговаться не люблю. Если есть конкретно торг, говорю, есть. Если нету торга, то нету. Но здесь малюсенький есть. Ну, скажу уже, 500 евро скидка. 112 000 крайняя цена. Звоните, пишите по номеру. 90-555-064-91-10. Эта сторона на данный момент, где я нахожусь, юго-восточная. Одна спальня смотрит на юго-западную сторону. Всем... Нет, стойте, стойте. Фасад здания. Под зданием есть маркет Шок. Фасад здания покажу. Вот под зданием вот такой фасад. Айдат 100 лир. Все, дорогие зрители, жду звонка. Балкончик еще раз покажу вам. Вот балкончик. Вы не звоните? Звоните.